Поэтому наша песня «Попрыгунчик» — древний григорианский хорал, по которому мы, тем не менее, любим прыгать, прыгать и еще раз прыгать. Поэтому прыгайте вместе с нами под клубе. И самое главное — все вместе, как один! Приготовились? Даже без сомнений знаю, что будете прыгать. Ведь сегодня Патрик, друзья! С праздником вас! Давайте прыганем так, чтобы до небес, чтобы святой Патрик уже это все услышал, почувствовал вибрации. Кладемус! Demus Christum regem, quina nos est in Bethlehem. Colaudemus, colaudemus Christum regem, quina nos est in Bethlehem. Wagnare! Adesso manca venuta, come la sacra cura. Prema lauda sorrenda, adesso manca venuta, come la sacra cura. Christum regem, qui natus est in Bethlehem. Colaudemus, colaudemus Christum regem, qui natus est in Bethlehem. Как они прыгали, ты видел, как они прыгали, а? Молодцы, друзья, отлично попрыгали, но мы не сбавляем темпа. Сейчас вашим ногам, как бы это сказать, без мата, будет больно, хреново. В общем, вот, да, я этого не говорил, но примерно так, потому что в свое время мы сочинили самое быстрое, что есть современные средневековые музыки. Какое странное сочетание. Вот. Но мы живем в средневековье, на самом деле, потому что средневековье — это не то, что происходит на улице, это, можно сказать, состояние души.
средневековые ваганты. Поэтому фирменная инструменталочка. Танец, топец, танец! Yeah.